Цель программы «Глобальное образование» – приумножение и сохранение ценных кадров на территории страны. Государственным заказчиком программы является Министерство образования и науки Российской Федерации. Эта программа правительства Российской Федерации, которая называется «Глобальное образование», позволяет обучаться в 32 странах, 288 университетов мира. Здесь все достаточно просто. Студент сам поступает в зарубежный вуз. Когда идет письмо о зачислении, он обращается к нам в программу. Регистрация идет онлайн. Для этого не требуется ездить в Москву. Достаточно подать все документы в электронном виде. В рамках программы возможно три уровня подготовки – магистратура, ординатура и аспирантура. Обучение осуществляется по пяти направлениям – наука, инженерия, образование, медицина и управление в социальной сфере. Студенты ЕУРГУ заинтересовались предоставленной возможностью. Это огромный опыт обучения за рубежом и развитие навыков общение на иностранном языке, так и я на энергофакультете учусь, и поэтому я могу видеть зарубежное оборудование, работать с зарубежным оборудованием, и я считаю, что это уникальная возможность. Основные требования к кандидатам – гражданство Российской Федерации, наличие диплома бакалавра или специалиста, отсутствие судимости и пакет документов о поступлении в иностранный вуз. Подробности можно узнать на официальном сайте программы «Глобальное образование».